Ромашка, куда мы идем? Привет. Привет. Пытаемся найти оперный театр. Оперу. Попеть, хочется попеть. Да, вот мы идем справа вокзал, прямо эта галерея. Которая сегодня закрыта. Сегодня тоже все закрыто, выходной. А мы переходим мостик и идем налево. По-моему. Налево, налево. А ты думаешь направо? Где мы выйдем, да. Скайпотинг. А вон вниз. Вниз. Да. И там все про театр по-моему. Да? Ну сейчас мы спустимся и посмотрим. Слава богу, уже тепло какое-то наступило, но жара, в принципе. Тепло, но жара. Да, но жара. Так, сейчас я выключусь и посмотрим это на карте. Слава богу, у нас интернет вообще бесплатный от Киевстар. Вообще пока супер. Пока мы смотрим карту, у вас есть время поставить лайк. Нам под мост нельзя. Слушай, такие колонны старые. Темно и прохладно. А ты посмотри, какие... Сейчас я приблизу... Да, запаха вообще нету, слава богу. На фонаре, да, там такая корона. Класс, и фонари такие. Налево. Ага. Ой, тут такие старые дома, да? Жарко. Вся электричка уже поехала. А, нам это. Что, что, что? Забор классный, ноги удобно ставить. И перепрыгивать. Закрытое какое-то. Кстати, да. Такое. Все старенькое. Ага, совсем заброшка. Вот вам Краков тоже другой. А между прочим, очень даже красиво. Такое небо красивенное. И дом. Ой, какой красивый дом. Может, его рис... Ну, а мы будем идти дальше. По улице не помню какой. Збужская, не? Как я сказала, люблю. Любская. А вон дом 15, и там нету уже адреса, да? Ну да, реставрация. Надеюсь, тут будет очень красиво. А смотри, какой красивый из кирпича красного. Вот и что-то новенькое. Любич. Улица Любич. О, это что-то новое, дивись. Якийсь офисный центр, чи шо. Ух ты. Ага, его надстроили. Поверніть ліворуч. О, это нам... Наш оператор... Поверніть ліворуч, а что-то ліворуч? А, ну да, я держу руку, слышишь? И он мне говорит, леворуч, пройдем леворуч. Все, идем прямо и включимся. Уже, включимся, уже. Как-то идем что-то интересненькое. Ну вот Краков, слушай, совсем другой, да? Да. Старое я место. Не знаю, я не в Кракове сейчас. А где? Я не знаю. Нарнии. Нарнии. А вот посмотрите, какой дом красивый. Сейчас ближе подойдем. Боже. Шоколадный домик. Ты где у меня в камере? То это увеличила. Сейчас. Там мы все идем по. Ой, а тут какое интересное здание. Прям интересно. Так, ну все-таки шоколадный домик. Как мне нравятся эти тумбы для объявлений. Давно таких не видела. Какой шоколадный домик. Сейчас трамвайчик проехал.
Смотри, какие барельефы вообще. Люди ждут, когда они сделают. Они, может, в кадр не хотят попадать. Так было. Боже, какие красивые. Реально, некоторые люди стоят и ждут, пока Наташа не попадет. I make video. I know. Боже, какой красивый. Это жилой, интересно? Да, живут там, живут. Красивый. Еще люди здесь, мне кажется. Нет, так я же видео снимаю. Вы мне... Я мешаю, да? Класс. Сейчас, 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 сейчас. Ждали просто, вообще стояли. Ждали, пока... Ой, я уменьшу. Говорит, да-да, мы подождем, пожалуйста. Какие приятные люди. Ну, значит, подходим мы по адресу, который указан на карте как опера. Это Любич 48, улица Любич, я так понимаю. Ромашка уже вот здесь вот. И она, наверное, немножко... Немножко... Что ты, немножко... С театром видит, театр, там красивое здание. Мы постараемся вернуться и сделать... А это что, не... О, опера краковская. Это как бы у нас в современном стиле, а мы... Ого! Так подожди, какое... Какое здание? Ну, мы-то искали... Вон украинский флаг с польским, дуже приемно. Так. Видишь, как мы, интересно, дошли? Это, да, видно, скульптор Игорь Митарас. Эрос, да? Нас... Да где там Эрос? Ди Эрос, я не знаю. Наш... Я не вмею читать польскую. Вот, больше похож на ангела с крыльями. Никакого Эроса я здесь не вижу. А я вообще не вижу, потому что у меня солнце в глаза. Я думаю, на камере вообще. Что-что? Иди ты сюда. Так. Покажи с этого. Ну, крылья, да. Крылья. Ну, Эрос немножко пониже живота, по идее, должен. Так, ну вот опера. Ну, здание просто огромное. Здание огромное, красивое. А это что такое? Это, наверное... Ну, мало ли, что мы искали. С театром, да. Я просто не знала, например. Но я, когда мы приближались, я поняла, что, наверное, это вот такое современное здание. Ну, интересно. Вот такая польская опера. И такой другой Краков. Ну что, идем далее? В репертуаре в краковской опере, я перепутала, я сказала польская, в краковской, значит, цивильский цирюльник, причем такое сердце, как... А, слушай, это сердце, и сердце расческа расчесывает, ты понимаешь? Так, что тут? Вольган Амадеус Моцарт, Дюрек Тортя, не знаю, не понимаю. Пишите. Записи, студия, это как балет, да? Это балет. И вот это тоже не пан Твардовский, да? Любомир. Людомир Розиский. Вот у вас. У нас. У вас реклама про оперу. Приходите, берите Краковская билеты. Опера. Поделитесь комментариями. Кстати, а ты его перебрала когда-нибудь? Да, было в детстве много. Ну, на таких, на детских всяких этих. А потом как бы уже и время не было. Боже, а я, наверное, не была. И кино лучше, наверное. Вот с ума сойти. А тут еще продолжение. Так, Джакомо Пуччини. Че? Сигенерия. Сигенерия, мужик, я не Боже, знаю, не знаю, Турандот принцесса, наверное, да? Снова Моцарт. Снова Пуччини, опять это, ну, да? Прикольные, так дети как-то одеты, вот классные, как типа Оливер Твист, что-то похожее, нет? Не знаю. А это хор, G-S-C-S, видно? Сего, не видно, плохо видно. Это мы пытаемся коверкать, это польский язык, да? Не понимаем. Ну, классно сделано, да? Ну, интересно, а почему такие стены, слушай, зеленый камень? Какой-то камень, не знаю, зеленого цвета. Ну, да, малахит, прям таки малахит. А хозяйка медной горы. Да, а мы гуляем дальше. Ну, друзья мои, вот мы и вернулись к театру. Действительно, наверное, мы перепутали это прекрасное строение с оперой. Опера тоже интересное строение, но вот театр хвалят, что такое все красивое, в разных фресочках. Зелень, сколько зелени. На красивой улочке находится. Ну вот театр.
Да, погода классная, погода просто радует. Вот такая красота театральная. Ты замечаешь, что у нас постоянно вот такая красота? Ну, правда, вот красиво красота. Же. Натак, а ну еще раз скажи. Есть еще синоним. Вот такая красота. Красота вот такая. Называется. Обошли сбоку. Даже говорит, серьезный театр. Сейчас посмотрю. Да театр, может, театр. Какая-то опера старая, там новая. Нет, театр. Нет? Ну, сейчас, зараз я даже... Красивая смотри. Да, вот так просто постоять, понаслаждаться. И вот все это планты. Просто такой круг парковый. Тоже гулять одно удовольствие. Театр Краки. А ты меня снимаешь там? Да? Театр. Ничего не можешь сказать. Не была, репертуар не знаю. Но красиво. А ты бачишь какие-то морды, сатиров или кого-то? А, сейчас увеличу. Я что-то увеличила. Идет, я поняла, но да? Очень плохо видно, потому что мы снова против солнца снимаем. И смеются над нами. Смотри, у них сразу... Смеются и говорят, да, девчонки, красиво, красиво. Любуйтесь. У них разное выражение лица. Один такой смурной, другой... Как лев в том музее, куда мы никак попасть не можем.